Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадаям Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасакипасиндубхевача Патитананг Павонебхо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачаланг Пангунг Лангхайтигрим Джаткипатамаханг Банде Парамананда Мадава Биндавай Тулсидевай Пиявай Кешвасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхо Падеше Гаурия Патрасша Пракасане Ча Садану Ракта Гуру Бхакти Джукто Бхакти Прамодакша Джагод Варуанна Дхеям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатапан Лхабад Дипутам Банде Махапурушате Чарана Равиндам Ятпада паллавана качандамани чатая Бисфуриджита кмапикабавадушва дарши Пурнану раграса сагра сара муртихи Сарадхикамай када кипам каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Аджану ламбита бхужау канака бодат Санкиртану капитару камала айхутакшо Вишам бару диджавару джугадхарма пару Банде джагат приякару Каруна бхутару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин чамуктин чадада синитам Бхаван рупен сада наранам Ганга таранг рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджаша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасьястахиде Самбихи Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, 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 Рам, Харе,
Ram Ram Hare Hare. Priyos Soyam Krishna Sahachari Kurukhetto Milito Sha Aham Radha Tadidam Sangama Sukham Tathapi Antaha Khelat Mamo Maduro Murali Panchamajuse Kalindi Puline Vipunaiho Sprihayati Priyos Soyam Krishna Sahachari Kurukhetto Milito Sha Aham Radha Tadidam sangama sukham Tathapi antaha khelat mamo madhura muruli pancha majushe Kalindi manome kalindi pulini pulina vipinayos priyati manome Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shrishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал Матхур Бираха Бриджаваси, their seva is our target. Служение Бриджаваси наша цель. Матхур Бираха Бриджаваси гонер севай, амадер лакхо. Гаудия Гоштипати, Срила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Джагадгуру, Шрила Прабхупада, Парамахамса Джагадгуру сказал, Матхур Вираха Браджаваси, их служение, наша цель, моя цель. Постоянное служение Гуру и Вайшнавам освободит меня от оков майя. Прабхупад говорил об этом много раз. Но тут речь идет о особенном моменте. Если мы будем искренне служить Гуру и Вайшнавам, мы сможем выйти из-под влияния майя, но своими собственными усилиями это сделать невозможно. Можно стараться изо всех сил, но нет никаких гарантий. You can come out successful. Many such cases we have seen. Мы видели много случаев, когда преданные падали. Somebody speaking. На тот же уровень, с которого начинали. I am already out of Maya. Кто-то может сказать, что освободился от влияния майя. Шрила Прабхупад спрашивает, действительно ли это так? Ты утверждаешь, что майя не действует на тебя? Что ты победил майю? Но как подобное возможно? Даже Шанкар, Бхагаван, Брахма, великие муни и риши не смеют сказать подобного. Но как ты можешь заявлять подобное? Бхагаван говорит, никто не может преодолеть влияние майи без моей милости. Под словами «моя милость» подразумевается милость гуру и вайшнавов. Прабхупад говорит, даже если это так, если вы преодолели майю, что вы будете делать дальше? Даже выйдя из-под влияния майи, если у вас нет
цели служить Гуру и Вашнам, вы вновь угодите в нее. Либо вы станете Майявади, либо... вновь пойдете в Майю. Итак, Прабхупад говорит, что это самый главный вопрос. Что вы будете делать после обретения освобождения? Если вашей целью является служение Гуру Вайшнавам, служение Харинаму, все будет в порядке. Но если цели у вас нет, вы либо станете Майявади, либо вновь пойдете. Никто не сможет. По сей день нет ни единого примера тому, что кто-то вышел из-под влияния майи без служения Гуру и Вайшнавам, что кто-то достиг успеха в баджане без служения. Люди все время заботятся о собственном благе. Они заняты корыстными интересами. Хотят понять, какую выгоду они получат, совершая баджан. Баджан означает служение. Но глупцы, говорит Прабхупад, используют слово «сева». Служа собакам, служа нищим и так далее. Прабхупад объясняет, что это слово совершенно неприменимо в таком контексте. Сева, понятие сева применимо лишь к трансцендентным объектам, к служению Гуру, Вайшнавам, Наму, Дхаме. Если человек поймет смысл баджана, ценность Кришны и Бхакти, ценность Кришна-премы, он сможет совершать баджан. Мы очень хорошо понимаем ценность денег, ценность славы, но не понимаем ценность трансцендентного. Даже те, кто начинают совершать баджан, сосредоточены на выгоде. И для таких людей Радхаятра — праздник, Радхаятра бессмысленен. Радхаятра — это уникальный фестиваль. Именно поэтому сегодня я начал с этой шлоки. Прабхупад спрашивает, что вы подразумеваете под Гаудия Баджаном? Гаудия Баджан означает плач. Випраламха Баджан. Гаудия Баджан — это Випраламха Баджан. Плач с утра до вечера. Сутки напролет. Плач по Гуру, Вайшнавам и Бхагавану. Но Гауру Кишвар Дас Бабаджи Махарадж говорит, что люди не могут вынести потерю единой копейки. Одной копейки. И такие люди приходят совершать Рупануга Баджан. Гаудия Баджан не для таких людей. Бамшидар
Вамшидас Бабаджи Махарадж говорил, что иногда преданные поют, иногда люди поют замечательные випраламха баджаны, особенно сахаджия. Но Вамшидас Бабаджи Махарадж говорит, что вы просто поете, не имея никаких осознаний. Но саду, в этом баджане их сердце раскалывается от разлуки. Понимаете? Один преданный из Шантипура пришел сюда, в Майпур, из Годрума, для того, чтобы совершать харибаджан. Он сказал Гуру Кшрутас Бабджи Махараджу, что хочет совершать баджан под его руководством, вместе с ним. Гуру Кшрутас Бабджи Махарадж ответил, что он не совершает баджан, ведь Махарадж знал, что это негодяй. «Где твой баджан-кутир?» «Я построил его в Годруме». «Ты один?» «Нет, у меня есть жена». И вы живете вместе или раздельно? Раздельно. Значит, вы уже следуете ванапрастхе? Да. А прасад как вы принимаете? Прасад принимаем вместе. Кто готовит? Жена. А ты не готовишь? Нет. Что сегодня ел? Жареные баклажаны и другие разные блюда. Но ты же продолжаешь общение со своей женой. Нет, мы живем раздельно. Через пищу, которую готовит твоя жена, через разные блюда, ты продолжаешь общение со своей женой. Харибаджан — это не шутки. Преданные много раз спрашивали Гуру Кшрутас Бабджи Махараджа, как они могут обрести Кришну. Не могли бы вы нам рассказать о процессе, с помощью которого мы сможем обрести Кришну? Гуру Кшрутас Махарадж всегда давал один и тот же ответ. Старайтесь плакать по Кришне. Вы плачете по деньгам, жене, детям. А вы старайтесь плакать по Кришне. Один единственный ответ давал Гуру Кшрутас Бабджи Махарадж. Если вы будете плакать по нему ночи напролет, вы обретете его. Царь Манидра Чандра Рай просил Гуру Кшрутас Бабджи Махараджа: «Пожалуйста, не могли бы вы какое-то время провести в моем дворце Муршидабаде? Я хочу получить ваше общение». Бабджи Махарадж смеялся над этим. «Если я поеду в твой дворец, меня привлекет роскошная обстановка твоего дворца, твоя прекрасная жена, и я захочу владеть всем, чем владеешь ты. Лучше ты приезжай сюда, ко мне.
И мы вместе здесь будем совершать баджан. Иначе я привыкну к роскошной жизни в твоем дворце и начну. И обращусь в суд, чтобы отсудить у тебя все твое имущество. Это и есть баджан. Я не рассказываю забавные истории. Кому-то неприятно это слышать, но я не могу лгать. Вам было бы приятнее слушать выдуманную философию. Но для того, чтобы понять, что есть гаудия философия, необходимо практиковать жизнь за жизнью. Однажды один человек пришел к Шри Санти Госвами Махараджу и сказал: «Махарадж, этот преданный совершает Рупануга Баджан, он хочет стать гопи. Приводите его сюда, — сказал Санта Махарадж, — я его тут же сделаю гопи. Я побью его так, что он точно превратится в гопи». Мы не сахаджеи. Шлока, с которой я начал, очень важна. Весь Бхагаватам, вся Чайтанья Чаритамрита. Содержится в этом стихе. Этот стих содержит в себе всю суть. Когда и как произнесла эту шлоку Шримати Радхарани? После долгой разлуки с Кришной гопи и Радхарани были на грани смерти. Они уже не могли жить. Но, тем не менее, они продолжали жить. И это чудо. Все вы читали Чайтанья Чаритамриту, но вы слепы, вы не обращаете внимания на такие моменты. Поэтому мы должны читать Чайтанья Чаритамриту под руководством гуру и вайшнавов. В Чайтанья Чаритамрите есть много терминов, на которые вы можете не обратить внимания, пропустить их, не понимая, что в них заложена суть. И Кришнадас Кавирадж Госвами с вами пишет: я говорил об этом стихе уже давно. Переводится он так: без випраламхи, сампога и милан невозможны. Невозможно осознать вкус встречи без разлуки. В нашей жизни мы также испытываем випраламбху, но по материальным отношениям, по нашему отцу, матери, детям и так далее. Загляните себе в сердце. Есть ли там випраламбха? Испытываете ли вы боль разлуки по отношению к каким-то людям из вашего прошлого? Но эта самая випраламбха загонит вас в океан страданий.
Все, каждый человек испытывает в той или иной степени випраламбху. Кто-то потерял жену, кто-то потерял мужа, кто-то скучает по своим детям, кто-то находится в разлуке с отцом, матерью, друзьями и плачет по ним. Почему плачут? Из-за разлуки. Они испытывают боль. Из-за разлуки с близкими и дорогими. Они могут плакать день и ночь. Потому что мать плачет по сыну, потому что сын оставил родительский дом. Между матерью и сыном очень сильная связь. Они долгое время были вместе и установили глубокие отношения. И когда они оказались разлучены друг с другом, мать плачет по сыну. Мать понимала ценность сына. Она понимала, что это мой сын. Долгое время они жили вместе. То есть происходил Милан. Единение. Милан — любовный взаимообмен. То есть когда физически люди встречались. Но это же мать не плачет по соседскому мальчику. Он, может быть, тоже уехал из отчего дома, но она не плачет по нему. Она плачет по своему сыну. Я знаю историю. 35 лет была молодому человеку, он выпал из автобуса, разбил голову и умер. Он был учеником Шиламаны Госвами Махараджа. Звали Ниламани Прабху, Грихастха, он жил в Калькутте. И его мать страдала по нему. Так вот, если у вас никогда не было отношений с Гуру, Вайшнавами и Бхагаваном, не может возникнуть и випраламбха. Поэтому вы не будете плакать. Итак, Радхаятра определенно не для меня, потому что я погружен в материальные вещи. Радхаятра для тех Браджаваси. Радхаятра для Браджаваси. Для них это очень важный праздник. После долгой разлуки, которая была нестерпима. Задай вы мне вопрос, правда ли, что разлуку, если разлуку с Кришной вынести невозможно, то как же Радхарани и Гопи жили? Как они выжили? Затем также скрыто особая тайна, особый смысл.
Если бы Кришна узнал, что Радхарани умерла, он бы не смог жить. Если бы он узнал, что она умерла, он бы тут же, в ту же секунду и сам умер. Именно поэтому Радхарани и Гопи продолжали жить, прикладывали неимоверные усилия, чтобы жить. И вторая причина, о которой вы, возможно, никогда не догадывались, может быть, вы помните, несколько лет назад, во время Картики, я читал Гопи Гиту. Вы можете научиться, как петь ее, как петь Гопи Аштакам, но понять глубинный смысл вы не сможете. Гопи Гиту. Если вы будете петь Гопи Гиту, это замечательно, потому что, повторяя ее, повторяя Гопи Гиту, царь Пратапарудра смог обрести объятие Махапрабху. Махапрабху никогда не прикасался, не только не прикасался, никогда не смотрел, даже не смотрел в сторону женщин, царей и материалистов. Но царь был великим преданным. Несмотря на это, Махапрабху не мог нарушить свои правила. Тогда Сарвабхаум Бхаттачарья и Каши Мишра спланировали, как устроить их встречу. Бхагаван находится в сердце каждого. Поэтому он дал вдохновение Сарвабхаум Бхаттачарья устроить все так, чтобы их встреча произошла. И они продумали все. Он утешал царя Пратапарудру утешали, преданные утешали его: не плачь. Но тот был ужасно расстроен. Прабху освободит всех, кроме меня. Я безнадежен. Но преданные создали замечательный план, как после Радха-ятры, когда Махапрабху будет отдыхать в саду Джаганатха, будет лежать в тени дерева, на него будет дуть прохладный ветерок, и в этот момент ты переоденешься в обычные одежды, подойдешь к нему и начнешь массировать его стопы. Но он же разозлится, он ничего не узнает. В глубокой Бхаве Прабху будет лежать под деревом и думать о Кришне. И в этот момент ты начнешь петь Гопи Гиту.
О чем последняя строка? Если бы вы знали санскрит, вы поняли бы. Also another meaning, five air we have. Pancha prana vayu. У нас есть пять потоков панча прана. Апан, пан. Прана, пан, удан, саман. Наша жизнь. Так вот вопрос в чем? Почему гопи, если было так сложно выжить, почему они остались в живых? И Радхарани и гопи отвечают в этой шлоке. Как мы можем умереть? Мы уже практически мертвы, но наша жизнь находится у твоих лотосных стоп. Мы ищем тебя. Мы постоянно в поисках тебя, а ты — источник Амриты. Мы у твоих лотосных стоп. Бхагаван зовется Мадху. Мадху означает Амрита. Сам Бхагаван говорит в 10 главе. Те, кто любит меня, обретают Амриту. Те, кто обладает любовью ко мне, получат Амриту. Даже на райских планетах полубоги пьют материальную Амриту, которая получена путем пахтания Кхирасагара. У Индры именно такая Амрита. Он пьет ее. Эта Амрита продлевает жизнь, но она не является подлинной. И этими словами Бхагаван проясняет этот момент. Несколько лет назад я говорил о Бхагаватам, когда Варуна хотел обменять Амриту с райских планет на Бхагават-Амриту. И Индра также пришел. Индра, Варуна с райских планет предстали перед Шукадевом Госвами и попросили, предложили. Мы дадим тебе Амриту, и ты дашь ее Парикшиту, и он не умрет. А ты Бхагават-Амриту дай нам. Шукадев Госвами очень разгневался. Это настроение купцов. Они хотели провернуть сделку. Они могли сказать, мы тоже хотим испить Бхагават-Амрита. Но как можно обменять ее? Бриллиант никто не станет менять на камень. У вас Maharaj, I can give this coal. I can. Rascal, how possible?
Это же смешно, как может произойти такой обмен. И вот именно в таком настроении пришли Индра и Варуна. Парикшит Махарадж был очень разгневан их предложением. Даже Парикшит. Более того, он даже не посчитал нужным ответить на их вопросы, потому что он хотел избежать их общества. Шукдева Госвами в гневе сказал: они очень умные бизнесмены. Умные, как шакалы и вороны. Очень хорошо знают, как извлечь из всего свою выгоду. Но Шукадев Госвами не говорил с теми, кто не является преданными. Я дам эту мирскую амриту Парикшиту, моему ученику. Парикшит уже пребывал в лотосных стоп Шукадева Госвами. Он оставил все, отказался от всего. Он пришел к нему, все, что у него было, только тело. Так как это возможно, чтобы Шукадева Госвами обманул его мирской амритой? Итак, гопи поет: «Мы ищем тебя день и ночь. Где ты? Где ты?» Мы практически мертвы. Тем не менее, мы не умираем, потому что наша жизнь у твоих лотосных стоп. Твои лотосные стопы — источник амриты. Как же мы можем умереть? Это первая причина. Вторая причина — если бы Кришна узнал, что Радхарани умерла, он сам в этот же момент покинул этот мир. Гопи любой ценой готовы порадовать Кришну. Мы слушаем эту философию, но не можем этого осознать. Если бы вы были искренни, уже в этой жизни вы достигнете высшей цели. Но в действительности никаких лекций, никакой философии не будет достаточно, чтобы объяснить эту высшую истину, которая содержится в этих словах гопи. Лишь когда вы предадитесь на 100% подлинному гуру, вы сможете постичь его. Итак, первая причина, почему гопи не умирают. Кришна и сам бы немедленно умер, узнай он, что умерли гопи. Гопи готовы пожертвовать собственной жизнью ради радости Кришны. Вспомните, когда голова Кришны заболела, никто не дал ему пыли со своих стоп. И когда Нарада пришел к гопи, они сказали: сколько пыли нужно, сколько мешков. Мы готовы отправиться в ад, лишь бы Кришне было хорошо. Это и есть Рупануга, Рупануга Баджан. Это настроение Радхарани, говорит Прабхупад. Я могу спуститься, как говорит Прабхупад, я могу спуститься на любой уровень ради проповеди, учения Гауранги. Это и есть Радхарани Бхава.
Итак, Шриман Махапрабху являет то же самое настроение, потому что, как мы знаем, Махапрабху — это Кришна с настроением и цветом тела Радхарани. Я хочу рассказать о том, что произошло после долгой разлуки Гопи с Кришной. Курукшетра. Около 30 лет назад я был там. Когда по пути в Панджаб и Джаландар вы проезжаете эту станцию. Именно там Кришна дал наставление Арджуне. Там он рассказал Гиту. Там же Джадабарату собирались принести в жертву Бадракали. Я также посетил это место, и там же находится Брахмакунда, где Парашурама убил всех кшатриев. И из их крови образовал озеро Курукшетра. Если вы слушаете лекции по Бхагавадгите, не знаю, переводит ли кто-то. Упадешамрита переводит, но Бхагавадгиту, скорее всего, нет. Долгое время я объясняю эту шлоку, одну единственную шлоку. Там очень глубокая философия. Курукшетра очень важное место. Там же полубоги обещают, что тот, кто проведет там какое-то время, отправится в рай. Из Двараки Кришна пришел на Курукшетру. В Двараке жили все ядувамши. Все династии, они пришли на Курукшетру. Для того, чтобы провести там ягью. Это был огромный праздник. В то время приуроченный к солнечному затмению. Они устроили огромную ягью. Кришна пригласил гостей из трех миров, пригласил разных царей. И именно тогда Браджаваси пришли туда, чтобы встретиться с Кришной, поскольку это была нейтральная территория. Браджагопи не могли пойти в Двараку. В противном случае произошло бы смешение рас. Там, в Двараке, Кришна женат. У него 16 108 жен. Там нет места для гопи. Иначе получилось бы смешение рас. Смешение рас. Midway they can come, okay? Midway. So when they got information,
that Krishna coming, that they took decision where we can also go to have a look. Когда гопи узнали, что Кришна идет на Курукшетру, они также приняли решение пойти туда. Но на самом деле 14 words were invited. Браджаваси не были приглашены на эту ягью, несмотря на то, что были приглашены все 14 миров. Браджадхама — это дом Кришны. Так как же возможно, как же мог Кришна пригласить своих родителей? Но Радхарани и все Браджагопи хотели встретиться с Кришной. Это огромная история, я не могу сейчас рассказывать ее в деталях. Мама Ишода, Нанда Баба, все Браджаваси отправились встретиться с Кришной, ведомые глубокой разлукой. Болью от глубокой разлуки. Когда мама Ишода плакала, от разлуки с Кришной, когда на этой яге присутствовали Кришна и Баларам, когда мама Ишода плакала, они не могли усидеть, они вставали и не могли понять, что происходит. Но затем Кришне послали сообщение, что Радхарани и Гопи прибыли сюда. И была устроена тайная встреча Кришны и Гопи. Когда Кришна предстал перед Радхарани, она рыдала, и все гопи, Лалита, Вишакха, также плакали, как безумные. Они даже не могли разглядеть Кришну, и Кришна также плакал. Браджагопи начали обвинять Кришну, как ты можешь жить в Двараке, как ты мог покинуть нас? Кришна ответил, это невозможно. Не думайте, что я способен на это. Спросите, что происходит там, в Двараке, когда я сплю, вся моя кровать в слезах. Даже спать не могу. Рукмини, Сатьябама постоянно спрашивают, что с тобой происходит? Кто обидел тебя? А я не могу ответить, потому что никто не должен знать этого, как я могу поделиться с ним подобным. Ночь напролет я рыдаю. И вы думаете, что я спокойно живу в Двараке? Это не так. Моя жизнь и душа, мое сердце во Вриндаване с вами. Радхарани сказала, я не хочу слушать никаких оправданий. Все, что я хочу, чтобы ты пообещал, что ты вернешься во Вриндаван.
наша жизнь то есть мы на грани. А ты послал нам Удаву, чтобы утешить нас? Ты собрался учить нас гьяна-йоге? Радхарани начинает жаловаться. Тебе не стыдно? Ты послал нам Удаву учить нас гьяна-йоге? Да мы хотим забыть тебя. Мы не можем жить. Мы постоянно думаем о тебе. А ты собрался учить нас гьяна-йоге. Как смешно это. Перед нашими глазами постоянно твое лицо. А ты хочешь обучить нас гьяна-йоге, при помощи которой мы будем постоянно помнить о тебе. Расскажи нам лучше, как забыть тебя. Радхарани вышла, полностью вышла из себя и сказала, я не хочу слышать никаких оправданий. Пообещай, что ты вернешься во Вриндаван. Если ты действительно сделаешь это, я пойму, что ты пролил свою милость на нас. Только в таком случае я буду уверена в этом. Чайтанья-чаритамрита настолько возвышено, что те, кто поняли Шримад-Бхагаватам, не смогут понять Чайтанья-чаритамриту, поскольку философия, изложенная в ней, невероятно возвышена. Это Бенгалия, но в действительности нектар. Вы должны учить Бенгалию, в противном случае вы не сможете насладиться этим нектаром. Радхарани говорит Кришне. У обычных людей, что в уме, то и в сердце. Но мое сердце не отлично от Вриндавана. Все мое сердце занято. Вриндаваном. Радхарани рыдает. Что есть Вриндаван? Вриндаван — это мое сердце, а мое сердце — это Вриндаван. И я хочу видеть твои лотосные стопы, вновь видеть их во Вриндаване. Только тогда я буду уверена в том, что ты пролил на нас милость. В противном случае — нет. Мы хотим видеть твои лотосные стопы во Вриндаване, иначе мы больше не хотим жить. Потому что мы не можем жить вне Вриндавана. Это лила. Нанданандан Шри Кришна никогда не может покинуть Вриндаван. Это невозможно для него. Но как же так вышло, что он покинул Вриндаван? Нет, Нанданандан Кришна не покидал Вриндаван. Ишодананда Кришна ушел. Для того, чтобы увеличить Випраламбхабхаву, была разыграна эта лила.
Кришна хочет обрести вкус Випраламбхи, Радхарани, Лалиты и Вишакхи. Он хочет постичь вкус Випраламбхи. И Кришна пытается объяснить это Радхарани, но Радхарани не готова слышать, что бы то ни было. Когда бы ты... Скажите мне, сказал Кришна, когда вы плачете, вы... Когда вы на грани смерти, вы что, не видите меня во Вриндаване? Но вам вы видите, но вам кажется, что это мираж, что это иллюзия. Скажите мне правду, говорит Кришна. Когда вы испытываете ужасную разлуку, когда вы уже на грани смерти, что вы не можете, не видите меня в этот момент? Вы не видите меня во Вриндаване? Но вам кажется, что это иллюзия. Вы не знаете, что физически я нахожусь там. В лесу Вриндавана Радхарани внезапно видит, бросает свой взгляд на дерево Тамала и сквозь слезы видит в нем Кришну. Бхава Радхарани подобна океану. Обусловленная душа, что она может понять? Она настолько крошечная. Как она может осознать этот бесконечный океан Бхава Радхарани? Когда и какая Бхава проявится, Кришна не может понять. Секунду назад Кришна рядом, сидел рядом с Радхарани, и внезапно, то есть Кришна и Радхарани сидят вместе, и внезапно Радхарани начинает панике искать Кришну. Где Кришна? Где Кришна? Это бхава, безумие. У нас нет права читать Брахмагиту. В противном случае я бы мог объяснить, но мы не можем этого делать. Бесконечное разнообразие бхав испытывает Радхарани. И даже сам Кришна не знает, когда и какая бхава проявится. Радхарани смотрит на дерево Тамала и бежит к нему, чтобы обнять его. Какую глубочайшую боль она испытывает. Иногда она говорит Лалите. Лалита, я думаю, это конец. Я думаю, Кришна никогда не придет. Возможно, когда он придет, меня здесь уже не будет. Я умираю. Но вы не сжигайте мое тело. Вы оставьте его здесь, во Вриндаване. Чтобы Кришна, придя во Вриндаван, увидел меня. Я буду служить Кришне. Вода из моего тела войдет в воду. Элемент воды. То есть все мои панчабхута войдут в элементы Вриндавана. Может быть, я не смогу дождаться Кришну в теле, но, как мы знаем, конечно, Радхарани не отлична от своего тела. Но она говорит подобным образом: возможно, я оставлю тело, но как минимум у меня будет возможность пожертвовать, отдать 5 элементов моего тела природе Вриндавана. Когда Кришна придет во Вриндаван и будет принимать омовение, я послужу Кришне в форме воды. Когда он придет во Вриндаван, подышать свежим воздухом, я также послужу ему этим образом.
Прабхупад часто цитировал эту шлоку. Насколько замечательная шлока. Это сливки, нектар, амрита. Прабхупад плакал, сидя на берегу Радхакунды, и объяснял эту шлоку. Радхарани сдается и говорит Кришне: йоги, постоянно сконцентрированы на твоих лотосных стопах. Но Радхарани говорит не о обычных йогах, она говорит о вайшнава Шивджи, о Махадеве. Твои лотосные стопы. Единственное богатство. В бесчисленных мирах нет ничего, что могло бы сравниться с твоими лотосными стопами. Есть ли еще какое-то богатство в этом мире? Деньги, квартиры, машины. Всего лишь одно богатство существует. И оно настолько бесценно, что никто не сможет приобрести его, только Радхарани и Гопи. Именно поэтому Бхагаван Шри Кришна произнес эти слова. Это сказал Кришна. Я не могу отплатить. Я не могу отплатить вам, гопи. Будьте довольны своей же возвышенностью, своим же возвышеннейшим положением. Мне вам дать нечего. Кришна говорит, что даже если у меня будет жизнь такая же длинная, как у полубогов, этого времени не хватит. Если я буду жить даже целую калпу, я не смогу отплатить вам. Я навеки в долгу перед вами. Не так, что спустя крор лет, миллион лет, я смогу отплатить вам. Нет, никогда. Таким образом, Бхагаван Шри Кришна предается Радхарани. Все, что я сказал в Гите, все мои заявления,
не имеет смысла. Я... на коленях перед тобой. Итак, благодаря этому мы можем понять, кто есть Гопи и кто есть Радхарани. Итак, эту шлоку произносит Радхарани. Пролей на нас милость. Мы грихастхи, мы заняты работой. Мы заняты домашними делами. Но мы не хотим забывать о тебе. Мы хотим постоянно видеть. Мы хотим постоянно видеть тебя перед своими глазами. Я многое хотел сегодня сказать. На самом деле, это целый океан. Наш Гауранга Махапрабху плакал, стоя перед Джаганнатхом. И говорил, наш Гурупад Падма Мадхава Госвами Махарадж рыдал перед колесницей Джаганнатха и пел под руководством Радхарани. Насколько поразительно саду-санга. Не забывайте об этом. Вы хотите соперничать, хотите враждовать с Гуру Вайшнавами. Вы не понимаете, что Вайшнавы не пребывают в материальном мире. Они постоянно погружены в нектар трансцендентных чувств. Все спутники, как сказал Прабхупад, спутники Прабхупады были избраны самим Гаурангой. Прабхупад говорил об этом много раз, а мы критикуем их. Люди критикуют их. Очень скоро я опубликую статью об этом. Я уже писал ее на Бенгале. Это было большим вызовом, это было очень опасно. Написав эту статью, я не был удовлетворен. Мне казалось, что что-то нужно переделать и добавить. Но я хочу сделать это лучшим образом. Хотел сделать лучшим образом, и сейчас я думаю, что у меня это получилось. Как Прабхупад также в уединенном месте писал статью, манускрипт, но в один день он обнаружил, что он пропал. Проснувшись утром, он его не обнаружил. Именно тогда он писал в уединении в месте около, находящемся рядом с Кришнанагаром. После того, как этот манускрипт пропал, он начал писать вновь. Но первый он считал был лучше. Но когда он завершил, какой-то преданный обнаружил, что эта мышь
унесла большая мышь, крыса, унесла этот сверток с тем, что написал Прабхупад, и сгрызла. Все преданные Чайтанья Махапрабху подобны пчелам. Все они, как пчелы, летают вокруг стоп Махапрабху для того, чтобы собирать нектар. Почему пчелы летают вокруг цветов? Для того, чтобы извлечь из них мед. Итак, мы предлагаем дандават лотосным стопам каждого. Каждому, кто собирает нектар с лотосных стоп Чайтанья Махапрабху, мы предлагаем поклоны каждому из них. Что говорить о людях, даже собаке? Даже собака может прикоснуться к нектару лотосных стоп Чайтанья Махапрабху. Но лишь при условии, что если что собака примет прибежище у одной из таких пчел, как собака Шивананда Сены. Помните эту историю? Всю дорогу она шла с Навадвипы до Пури и достигла лотосных стоп Гауранги. Мой гуру Падма также ежедневно кормил двух собак на Экадыши, давал Экадышный просад. Каждый день он спрашивал, где эти собаки? Нужно их покормить. Покормили их или нет? На Экадыши их кормили также. Если мы примем прибежище у такой пчелы, которая летает вокруг лотосных стоп Гауранги, собирая нектар, 100% мы сами насладимся их прекрасным ароматом. Не переживайте. Главное, будьте искренни. Когда-нибудь мы продолжим говорить на эту тему. Итак, Гауранга Махапрабху выражает те же чувства, что испытывала Радхарани. Но никто этого не осознает, только Сваруп Гасай. И Рупа Госвами. Рупа Госвами прекрасно понимал, почему Махапрабху пел именно эту песню. И в соответствии с этим он начинал петь и танцевать. Он был полон випраламхабхавы. Как, когда пожарные тушат пожары, тушат огонь при помощи огромного потока воды, и точно так же такие же потоки слез лились из глаз Махапрабху. И все преданные были мокрые от слез. Можете вы представить себе такое? Насколько глубокие чувства они испытывали? И Прабху с этими, погруженный в эти чувства, танцевал перед колесницей Джаганнатха. А Джаганнатх останавливал колесницу и
наблюдал за этим прекрасным танцем Махапрабху. Когда Джаганатх отказывается ехать вперед, он хочет посмотреть на то, как танцует его преданный. И если все преданные, все вместе станут тянуть колесницу, он не тронется с места, не сдвинется с места. Хоть вы слонов запрягите, не сможете сдвинуть Джаганатха с места. Улыбаясь, Джаганатх смотрел на танец Махапрабху. Я рассказываю об этом, исходя из своих собственных чувств. Я сам был на Радха-ятре. Я стоял прямо напротив Джаганатха. Итак, по милости Гуру Вайшнавов, я испытал что-то особенное, хотя, конечно, не в полной степени, потому что я падший, но сейчас я осознаю настроение моего Гуру Пада Падмы. Благодаря моему Гуру Пада Падме, Бхактивиданта Мадхава, Госвами Махараджу, Шри Бхактивиданта Такур, Прабхупаде, каково настроение Радха-ятры, насколько... Бхактивиданта Такур много раз говорил, что Пурушоттама Дхама высшее проявление Випраламбха Кшетры. Простите, Випраламбхи. Он не назвал Вриндаван местом проявления высшей Випраламбхи. Он сказал, что Пурушоттама Дхама Шри Кшетра высшее место. Место, где Випраламбха проявилась в большей степени. Потому что уникальная бхава, проявленная Радхарани, как говорит наша Гуру Варга, теперь приняла еще более... концентрированной... более концентрированную степень, явившись как Махапрабху. Бхава, которую похитил Кришна у Радхарани, пришел как Махапрабху. То есть это два в одном. Когда Махапрабху превращался, когда тело Махапрабху превращалось будто бы в черепаху, когда его руки втягивались в тело, а иногда он, его руки становились необыкновенно длинными, руки, ноги, все тело вытягивалось. Это поразительно. Все преданные были в ужасе, наблюдая за этим. Прежде они никогда такого не видели. Не забывайте, бхава — это самое главное в нашем бхаджане. Нет бхавы, нет бхавы, нет бхаджана. У вас по сей день есть возможность слушать о Прабхупаде и Бхактивинода Такуре. Старайтесь делиться этой харикатхой. Я знаю, что немногие примут эту харикатху, но если по милости Нитянады и Гауранги кто-то услышит ее, их сердца изменятся. Я уверен. На сегодня я хочу остановиться. Свайам Кришна Сахачари, Курукхетта Вилита,
Шахам Радха Тадигам Сангама Сукам Татхапи Антаха Келат Мамо Мадура Мурули Панчама Панчама Джуше Мано Ме Калинду Калинди Пулина Випинайо Скрихаяти Ванчара Випросукита Синду Випросукита Патитан Павана Випросукита. You big one, you bring one spoon, I cannot touch. I can distribute, you see. Try to go deep. Постарайтесь погрузиться. Я прошу вас. Погрузитесь в эти чувства. В противном случае вы потратите всю жизнь. Оставьте все. Что такое семья, собственность? Откажитесь от всего. И старайтесь обрести лотосные стопы Нитянанды и Гауранги. Я прошу вас, в этой жизни вы сможете, вы должны достичь успеха. Если вы, не нужно ждать, но если вы совершите ошибку, как я могу помочь, вы должны совершать баджан. Я могу под руководством Прабхупады сказать, как это делать, но баджан должны совершать вы.